Введенная Европейским Центробанком программа количественного смягчения предполагает покупку долгов проблемных стран ЕС. Например, Эстония обязана выкупать государственные облигации на сумму в 3 миллиарда 120 миллионов евро. Доля Эстонии выведена в соответствии с вкладом страны в ВВП Европейского Союза. При этом Эстония одна из немногих стран Евросоюза, у которого отсутствует государственные облигации на данную сумму. Поэтому ей придется выкупать облигации других стран-членов ЕС.